зовут Антти Хелантера, я посол Финляндии в Российской Федерации. Меня назначили на ту работу в прошлом году. Я работаю тут послом с сентября прошлого года. Очень интересно узнать, почему вы еще тогда при обучении выбрали именно русский язык и чем вас так зацепила Российская Федерация. В конце 80-х в вашей стране происходили большие изменения, и мне было просто интересно следить, конечно, что происходит. И потом я как-то интересовался языком и занимался языком, и потом был, имел возможность быть на стажировках тут, и то есть изучал вашу страну как ученый. И я бы хотел еще больше ездить по стране. В этих условиях пандемии мы ограничили немножко путешествия всех сотрудников. Я сам мало ездил по стране. Я бы хотел сделать больше, то есть смотреть это разнообразие страны. Что мне в Москве нравится? Мне в Москве нравится, естественно, что может такой большой мегаполис или метрополис предложить. Серия культуры, спорта и так далее. То есть Хельсинки тоже хороший город, но это компактный маленький город. Что бы я взял бы из Хельсинки с собой сюда? Я, по-моему, сказал три вещи. Там первое было питьевую воду. Вторая это то, что город Хельсинки – это на берегу моря. И третье – это компактность и транспорт, трафик маленького города.